Хай, ребята! И сегодня мы будем играть в Hello Neighbor. Да! Но с первого акта я буду учиться до... до подвала. Ну, это я. Его ногой. Да, вот у нас тут Артемин, друг. По имени Петя. Я вам уже это говорю. Так, сбеги. Так, сбеги. О, блин. Где мой мяч? Стоять. Это что? А, ладно, пофиг. Мне показали один баг, что можно улететь на этой мушке. Ну, это такая вот чисто проверочка. Все, давай теперь летать на мушке. Это что тут? Ребята, если что, берите на заметку. Если что, можно да. Не подлететь на мусор. Как это сделать? О, вот! Спасибо. Пожалуйста. Давай, давай! Можно я сейчас попробую? Давай, давай. Надо да. Подпрыгнуть? Не, надо еще бежать. Не надо подпрыгивать. Надо просто бежать в мешок. Просто я нажимаю Shift. Не, сейчас. Можно я? Можно я? Давай. Может на ту мусорку? Давай. Что-то и пошло не так. Ты на крышу дома залетел. Давай. Она... Давай, давай, беги. Паркур, паркур. Это что? Туда залез. Я мусорку туда закинул. Не. Вот! А, вот где это. Беги! Беги со всей дури. Хоу, хоу, хоу. Вой. Давай, раз, два, три. Ладно, все, дай мне, дай мне. Ладно, побежали дальше. Давай. Побежали на мешках подлетать. Так, я знаю уже, как вы видит. Дом привет. Так. А давай мячик не забирать. Это что? Я что натворил? Паркур, паркур. Мы как будто бы на спиннере. Да. Походу мяч проглотил спиннер. Теперь у нас самая крутая трансляция. Ну и что нам дальше делать? Потом? Чтобы там плохого качества не было. Так вот микрофон поставим. Так, ладно. Подождем, пока он прекратит крутиться. А заодно мы можем проверить наш FPS. Ну, FPS пока нормальный. Где-то 60. 61 подскакивает. Максимум. Пока у нас тут спиннер шарик проглотил. Мы тут пока что на нем прокрутимся. Ничего не трогай. Он успокаивает. Стой, стой, стой. Хватит. Ребята, подождите. Он останавливает. Это ты его установил. Стой! Стой, стой, стой. И где мы? Ты будешь проходить? Ну я подожду, пока он докатится. Докатит нас до нужной цели. Может прыгнуть. Давай на мешках подлетим. А давай на мячике подлетим. Ну, да. Давай. Давай, лети, спиногрыз. Ой, не спиногрызик, а карапузик.
стой, стой, я хочу его взять. Да хватит! Надо сократить. Сейчас он работает или нет? Нет. Ну, как? Если подсветка, то не работает. Это он на такой зарядке от компьютера. А если не светится, значит включен. Ну и что дальше делать? Давай подпрыгнем на мешках. Я присел. Давай попытаемся встать на них. Подержи, подержи мышку. О, давай возьмем вот эту вот перевернутую мусорку. О, уже дом похож на дом. Ну давай, я хочу сам прыгать. Ой, ёпарас.